Как настроение? Отлично. Сдать кровь и помочь кому-то они считают своим долгом. Не все могут прийти на донацию в будний день, потому раз в месяц в обособленном структурном подразделении Московского областного центра крови, известном как Щелковская станция переливания крови, проходит суббота донора. Желающих сдать кровь немало. Приезжают на станцию переливания и жители Щелково, и доноры из соседних городских округов. Есть те, кто впервые решается на благородный поступок, но большинство доноров со стажем. Я многократно уже приезжаю сюда сдавать кровь донорскую. Команда очень хорошая, так слаженно все четко работает каждый ее сотрудник. Я впервые сдавала на истоке у себя на предприятии, и мне понравилась эта команда. И я решила еще раз попробовать, приехав сюда в очередной раз. Благодаря работе сотрудников структурного подразделения и, конечно, непосредственному участию самих доноров, из раза в раз удается собрать несколько десятков литров крови. А значит, в дальнейшем помочь сохранить жизнь и здоровье пациентов с большой кровопотерей, различными травмами и диагнозами. Для тех, кто решился стать донором, двери структурного подразделения открыты в будние дни и в первую субботу месяца с 8 утра до 13 часов. Важно понимать, что до донации допускаются не все. Необходимо быть совершеннолетним и не иметь временных и постоянных противопоказаний. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.